кстати, здесь по правой стороне много всяких этих электрических станций, столбов, как их назвать.
местечка нету.
дорога мерзкая, и фура одна, блин, волгоградская. Непонятно, что делать. 5 раз уже выбирался на встречку, не успевает обогнать, возвращается обратно, тем самым не дает легковым обогнать. Блин, едем 40-50, 40-50. Это что, езда, что ли? Да. Время только увеличивается, время прибытия. Кто это, 76-й? Ярославль? 7, да, 76-й. Так, погоди, я на обгон. Ярославль тормозит всю колонну, блин. Желтопузик. Сейчас, подожди. Вот смотри, мы только увидели, что никого нет, и сразу поехали. Алло. Да начинает еще на легковые гнать. Ни встречки никого нету, и никто его не обгоняет. Нет, не мне просто в эфир всем, что никто не обгоняет. Ехать надо, блин, не 40-50 километров. Машина дохлая, езжай в сервис. Едет еще что-то это. Обленились легковые машины. Ему советуют, типа, ну ты поморгай, что там встречки нету. Ну летит весь шлак, не видно ничего. Все на лобовом стекле. Поморгай, что там встречки нету, чтобы обгоняли тебя. Он, да они совсем обленились уже. Че там, че они сами не видят, не обгоняют. Высоко сидят, у них там не особо заляпываются стекла. Не, зима, лето в багажнике. Чего-чего? Да не, ну так, на обочине лежит снежок, но это на обочине у нас. Если слякоть летит, конечно, важно. Ну вот сейчас из-за этого ярославского товарища собрал такой хвост, собрал, уже там и дальнобойщики ругаются.